Ребята, приветствую вас на канале Хижина Музыканта. Сегодня будет самая редкая и дикая чат-рулетка, потому что в ней будет сниматься гитара с нуля. А я ненавижу чат-рулетку. Я никогда не снимаю чат-рулетку. Это будет первый и последний раз. Но она будет по моим правилам. Окей. Поэтому такого вы еще не видели. Подпишитесь, ребята. Поставьте лайк. Продолжение на канале Ромы. Погнали. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово. Ну, чё, а что, самый гитарист, что ли? Ну, играем тут, блин. А и что ты можешь сыграть, ёпта? Как себя вести будешь, так сыграю. Вот это поворот. Ну я не знаю, вот у меня друг гитарист. Ну давай попробуем, что ты за дерьмо играешь? Ну стараюсь, ну там, песни всякие крутые. Какие, хочу. Допустим? Ляпис Трубецкого можешь? Я уверен, вы дерьмо сыграете, блядь. Таких, как вы в чат-рулетке, полное дерьмо. Нихера себе. Видал? Видал, он сразу ушел. Стыдно стало? Да, потому что он, блин, не все время, не привык с быдлой общаться. А теперь по-другому. Начнем давай, братан, нет, давай пообщаемся. Нет, давай сыграй нам что-нибудь, брат. Пожалуйста, извини. Вот теперь баяниста зови сам, бля. Баянист! Баянист! Да ты шарёшь мне в уши. Баянист! Баянист! Ну давай, иди сюда, иди, пацаны не обидят. Давайте пригласим, давай, иди сюда. Иди. Кто такие? Давай, сыграйте нам что-нибудь весёлое. Как в школе учили. Или грустно. А ну давай. Во-во-во-во-во, у тебя даже лучше получается. Что ты несешь? Что за чушь? Парень тренировался, я еще так играю, видишь. А вам можно задать так с какой-нибудь такой мотивчик? А если вы угадаете, мы вам задонатим. Да, деньги давайте бумажные. Ну а задонатим. Задонатим, куда ты мне задонатишь? В очко. Вот это прикол. Нормальный ты гомогей, нормальный такой. У тебя, ты знаешь, как подходить к людям, да? Ладно, братан, шучу. Эх, дороги. Он сейчас уйдет. Давайте. Так ужасно петь, это где учат, кстати? В школе! Давай нормальное что-то для пацанов сыграй. Вот недавно разучил, кстати. О! Пошел раскат! Хорошо! Малолетние шалавы на тусовку собрались, мнутся на ногах костлявы, все изрядно нажрались. О, куда ты пошел? Аплодисменты звучат. Браво! Браво тебе, брат! Как видите, музыка объединяет людей и поднимает настроение. Если и вы хотите научиться играть на гитаре, как мы с Ромой, но не знаете, с чего начать, тупо сделайте первый шаг. Просто скачайте приложение Тимбро на ваш телефон. В приложении есть полезная функция под названием виртуальная гитара. Если у вас случайно еще нет гитары, но очень хотите начать прямо сейчас, не откладывайте. Чем быстрее вы соприкоснетесь с этим искусством, тем быстрее вы купите настоящую гитару. Сегодня хочу разучить мелодию Happy Birthday, чтобы на практике ее применить. Завершена с точностью мастера. Вы завершили 5 песен с точностью мастера, получил ачивку, ребята. Поздравляйте в комментариях. Ссылка, как всегда, будет в описании под видео. Качайте, учитесь играть. Погнали. Ребята, сейчас будет, пожалуй, самая классная реакция, поэтому поставьте лайк и погнали смотреть. Доброе утро, моя курочка. Ух ты, а вы сможете что-нибудь сыграть, да? С чего ты взяла, что мы играем? А любые сможете сыграть? Да ну, я даже не знаю таких песен. Ну могу. Да. Могу. Давайте. Сейчас, как там? Ты неси меня, река,
Ё-моё, класс. За крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. Неси, ты неси меня, река. Ты меня сбиваешь, пипец. Не, не, классно звучит. Ничего играть. Красава. Нет, вы, по-моему, вы можете играть нормально. Мне так кажется. А в смысле это не нормально, что ли? А сейчас что бывает? По-твоему. Ну вы же фальшивите чуть-чуть. Это ложь! Фальшивим? В каком месте? Вроде идеально. У тебя слух есть? Ты играть сама умеешь? Да. Я вообще-то профессионал, я всю жизнь играю. Это ложь! Ну давайте би-2. Вот, у них песня лирика есть такая. Би-2? Давай би-2. А, давай. Да. И то, что было набило, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново. Один и об одном. Дорога мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Ну, как? Ребята, вы такие молодцы, серьезно. Да. Прям вообще. Как вы в Ютубе? Подскажите, как ваш канал называется? Ну, я вас, по-моему, смотрела. Черный лошпед. О май гад. Я оленевоз. Оленевоз, кстати, да. Вот ты меня рассмешнила. И жирный лох. Рассмеялась. У него два канала, оленевоз и жирный лох. Да, у меня два канала, оленевоз и жирный лох. Что, понял? Так. А ты сидишь в наушниках своих таких... Слушай, а кем ты работаешь? Я на самом деле целый день тут сижу с гитарой занимаюсь, а ты хер пинаешь. А я рукой занимаюсь, руками просто боксирую, просто занимаюсь. А, так ты боксер? Да, могу и тебе набоксировать, там, пару фингалочек. Нихера себе. Опа. Слушай, а ты думаешь, я просто так тут занимаюсь? Я профи на самом деле, блин. Да ну нахуй, какой ты профи, ты че? Тебе забабахать? Ты у меня друган в армии, знаешь, как бабахал, ты даже рядом не стоял. Давай, я тебе играю, сейчас если ты будешь кайфанешь в шоке, то ты просто, короче, я не знаю, ты станцуешь тогда, блин. Базару нет, давай. Давай, смотри. Холодный ветер начнем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, я не твой Андрейка. Ты недавно начал играть, что ли? Ну вообще-то, блин, я профессионал. Нет, че? Профессионал, я кузнечик играю лучше, блядь, чем ты вот это. Я. У меня есть. Валера! Я сейчас брата позову. Я сейчас брата позову. Поговорим. Валера! Че надо? Заниматься мешать. Че, опять чат-рулетку гамаешь? Че тут вообще? О, какие люди! Валера! Они говорят, что я играю херово. Че за дела, блядь? Правильно, Валера. Музыка. Ну а ты, Саш, можешь там что-нибудь забалалякать или так же, как он? Не твой уровень, дорогой. Я-то?
Я-то консерваторию заканчивал, что ты там несешь. А что баян перевернул тогда вверх ногами? Колледж заканчивал. Ну давай, давай. Смотри. Давай попробуем. Раз, три, четыре. Эй. Другое дело. Охуенно. Я зашло, танцевать должен был, да? Я что-то забыл. О! Ты должен станцевать, братуха! Без музла то. Он питанулся. Я не питался. Да ладно, ладно, нет. Поехали! Опа! Опа! Привет. Отдыхаешь? Ты опять всяких клеишь. Что? Отдыхаешь, говорю? Да. Не разговаривай с ним, он маньяк. Это сейчас ты начнешь, а он в итоге танец будет танцевать, останется в одном баяне. Тут знаешь, сколько нет, таких? Я ж такая говорю, типа, если он ничего показывать не будет, тогда я останусь. А ему нечего показывать, там уже ничего не осталось. Мы с юга приехали. Откуда? Из Ростова. Да ладно. Сыграй что-нибудь, землячки-то. Давай, доставай. Что? Что сыграть? Сыграть что-нибудь? Ну, раз, землячка. Да я, блин, занимаюсь на гитаре. Что ты? Такое романтичное. На гитаре играет просто недавно. Я его учу. Вот эту штуку на... На первый, да. Молодец. Помнит, смотри. Неплохо. Сейчас. Угу. Неплохой ученик. Да. У ночного огня. Ритм, ритм. Под холодной луной. Ты не верила. Теплый лес укрывал. Не листво. А? Заново, упс. Говорит, заново, заново заложал. Это фиаско, братан. Все по новой. Давай по новой, Миша, все хуй. У ночного огня под холодной луной темный лес укрывал нас зеленой листвой. Двой. Все, молодец. О. Ночного огня. Качает. Ну неплохо, ладно, для первого да, раза. Да, молодец. Да я идите похож. Нахрен, я нормально же играю. Нормально играешь? Да нормально, никто не спорит. Ну. Можно теперь в метро выходить? Не, мы готовили вместе другую песню, это он сам, пока один еще не может. Нервы давай попробуем. Репетировали с тобой. Это аж вот сюда надо ставить. Ну, давай, сюда. Снимай. Че ты, ленишься-то? Возьми. Я не принимаю ничего из того, что чувствую сейчас, проводив тебя в последний раз. И пропадать в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора. Нам не пропадать миллионов надежд, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора. Распелся. Вообще классно. Вас, наверное, соседи ненавидят. Так почему громко. Слушают? Ну, громко. Они на вас не ругаются? Типа, а вы на каком этаже живете?
На четвертом. Ну, сверлят по утрам, как бы назло, и все. А ну пусть сверлят. Они сверлят, а мы поем. А вы наушники и дальше играть. Ну, нам-то их не слышно. Ребята, одну дополнительную реакцию я залил себе в Инстаграм. Заходите, посмотрите. Ну, а если вам понравился выпуск, не забудьте поставить лайк. Продолжение будет на канале Ромы по ссылочке в описании, канал Гитара с нуля. Не забудьте поставить лайк, написать любой комментарий и подписаться на канал.